В Змеиногорске за череду коммунальных аварий и срыв отопительного сезона оштрафуют подрядчика ремонтных работ, руководителя коммунальной компании и чиновника районной администрации. В октябре и ноябре 2018 года в Змеиногорске произошло сразу несколько порывов с отключениями горячей и холодной воды и отопления. Трое суток без коммуникации оставались 257 жилых домов и 13 социальных объектов. Тогда губернатор поручил надзорным органам изучить ситуацию. После проверки прокуратура установила вину трех структур. Один из чиновников администрации подписал акт приемки ремонта сетей без фактического выполнения работ. За это ему грозит штраф 20 тысяч рублей. Руководитель местного коммунального предприятия выполнил часть ремонтных работ сетей и котельных некачественно. Его штраф 30 тысяч. Самое большое взыскание – 410 тысяч рублей – возьмут с подрядчика, который затянул сроки ремонта и сделал его некачественно.